Слушай, если мы там прикалываемся, там что-то как-то, в смысле, ты не уродка, ты красивая, реально деваха, молодая, тебе 18 лет, у тебя только начинается жизнь, ты еще прикалываешься, ты еще здесь по красоте, давай по-честному, говорить, нос любой утрешь. Если ты сейчас оденешь нормальный купальник и выйдешь, в смысле, они будут, ну давай по-честному говорить, у нее фигура реально, в смысле, бомба. Успокойся, ты че, мать, расстроилась из чего? Ну что у тебя с шваркой? Ты просто ты молодая деваха, ты просто влюбилась. Вот, как сказать, в безответную любовь. Понимаешь, тебе взаимность не дают. Тебе хочется. Вот знаешь, как тебе говорят, кого мы любим, нас не любят. Кто нас любит, мы их шваркваем. Понимаешь, не любим. Вот в чем проблема. Но это жизнь. Это жизнь, ты молодая девчонка, ты это поймешь. Что он тебе говорит, в чем тебе надо измениться? Да только не ругаться в этом и не посылать. Ну все, это элементарно. Вот перед фильмом за экраном я ему говорю, зачем ты мне даешь шанс, если ты со мной не будешь? Он не может ответить на этот вопрос. А сейчас что он тебе говорит? Да ничего, ему по барабану на меня. Горжон, ну ты можешь его не посылать и просто с ним общаться? Попробуй не посылать его. Мне больно. Я не могу смотреть, как она липнет. Думаю, ты понимаешь, вот подушка на лобном. Она уже с подушки на скамейку села. Он отодвигается, я ему говорю, мне неприятно. Марианна, я говорю Бензу, вот мы сидим, мы еще тогда не помирились, шансы ничего мне не давал. Я ему говорю, мне неприятно, отодвинься. Он отодвигается. А это на скамейку уже. С подушки, на скамейку. Ну иди и волосы выдери. Ты же взрослая девчонка. Что ты взяла вот так за волосы и сказала, слышь ты? Ладно, я не слышу. Скажи, будешь в бассейне у меня валяться, и все. Что ты боишься? Тут дело не в этом. Ты просто должна своим поведением и отношением сделать так, чтобы ему было неинтересно общаться с другими женщинами. Да, вот не хабаль. Обижаться. Не оскорбляй его, послушай, не хабаль, не оскорбляй. Ты посмотри вот на нее. Она тоже хабалка. Давай говорить по-честному. Она тоже хабалка. Но она вот, сука, такой изюмин. Своей какой-то берет, понимаешь? Она вот знает, вот как серая мышка подстраивается, понимаешь?